меня там спросили, как, ну, за поведение, когда приходишь в тюрьму, не знаешь, как там, кто там рулит. Я просто вспомнил, как крутился в Анжеро-Судженске, в Кемеровской области. И нас привезли в тюрьму Мариинска. Мариинска привезли, ну, сразу на кичу кинули, пока нам хаты готовили. А потом меня поднимают. Ну, я так уже знал, я был матерый в этой хуйне. Короче, что, как рулят менты, как они... За какие веревочки дергают, чтобы все было по-ихному. И я знал, что надо прийти, вычислить эту систему, откуда идет, как дергают, как рулят, как делается, что, чтобы ориентироваться. Короче, дня по три нас подержали, поднимают в хаты. Меня поднимают в хату там четвертым. Там мало местки были, но меня четвертым, а там трое были уже. Но особый режим, два пожилых там такие, короче. И один молодой крепыш такой, блядь, все отжимается. Но я понял, что рулит это молодой это. Но я пришел тихонько, присматривался там ко всему. А там какая система? Утром все записываются к уму на прием. Я молчу, ничего не говорю. Потом от кума приносят чай. Короче, заваривают туда-сюда, вот так. Такая жизнь у них. Все у кумоев под контролем, все рулится. Ну, когда они выдают зарплату, кормят там, это ничего удивительного нет. Ну, они день посмотрели на меня, я никуда не иду. Второй день и посмотрели, я сижу, молчу, ну, короче. Приехал туда, ну, о себе не рассказывал никакое. Потом третий день, они все записываются, и опять нихуя они, и там этот молодой видит, я молчу туда-сюда, но он начал там, что ты, вот мы ходим, а ты нихуя. Я говорю, подождите, я что вас заставляю, вы сами ходите, у вас там какие-то терки с кумом, короче, непонятные. Ну, он там туда-сюда, короче, я ему что-то говорю, угомонись нахуй, что ты мне навязываешь свою козья жизнь. Он, короче, там в стойку на меня, как дал ему, блядь, рубану, очень жестко дал. Он в отрубоне, там менты прилетели, вынесли его. Ну, меня кумыя потянули, ну зачем так жестко, ну сказал бы ты, выгнал бы с хаты. Я говорю, я себе козла поймал, как я его отпущу, блядь, в целом. Он, вы ко мне подсаживаете этих своих наседок, подсаживайте, но я буду их калечить, вот и все. Меня после этого в одиночку, короче, мало того, начали возить из Мариинска в Кемерово, из Кемерово в Новокузнецк. Ну, что так у меня нигде не было, не завязывались отношения.
Вообще, я понял такую систему. Короче, если хочешь что-то реально противиться мусорскому ходу, надо его знать. Ну, знать, какие рычаги, откуда, через кого и как устроено. И поэтому приходишь в зону, там сразу поговорил с мужиками, там с людьми, с бродягами, и ты будешь знать, тебе расскажут, как, что, чего, а ты сам поймешь. Ну, чтобы с этим бороться, перекрыть, лишить их ниточек, этих упряжки, за которые они дергают, надо ее знать. Поэтому, когда приходишь, первым делом изучаешь эти моменты, как, через кого и как дергают, и как у них все устроено. А потом уже тебе легче, когда ты в этом разбираешься, тебе легче ориентироваться, ты знаешь, как противостоять этому. Ну, конечно, тебя быстро вычисляют по твоим делам и короче, начинают понимать, что с тобой надо конкретно бороться и как тебя изолировать, чтобы ты ничего не делал и чтобы от тебя ничего не исходило. А так в основном смотришь эти дебилы, они думают такие умные, даже в школе на двойке учились и думают, сейчас будем рулить смотрящими положенцы тут начнем рулить. Ну, люди образование имеют, специально учатся и знания получают. Они знают, как и чем вашу жопу смазать надо, чтобы присунуть. И поэтому многие там думают, я смотрящий, я рулю. А на самом деле это Пикало Трампс. Он за нитки его дергает, он исполняет то, что ментам надо. Вот и все. Весь смотрящий. Это всегда было так. Особенно после того, как Васю Бриллианта убили, и они ввели эту систему козью смотрящих положенцев. Это воровские законы отошли в сторону, а стали рулевые, короче. Везде, в городах, в зонах, везде рулевые стали. Ну, у ментов появилась возможность, если человек честный, его изолировать, убрать, перекинуть в другое место, а свои всегда найдутся. И они целых козлов выросли, профессиональных смотрящих. Ну, они на самом деле думают, что они рулят. А на самом деле галимые козлы. Только они втихаря сотрудничают, подыгрывают ментам. Все это завуалировано. Но люди, кто знает эту систему, понимают, быстро вычисляют этих козлотню. Вот и все. И, ну, когда знаешь, что ты жесткий человек, от тебя избавляются. По-любому избавляются. Вот и все. Потому что ты знаешь эту систему и как с ней бороться. Такие дела.